Господь, с самого начала нашего собрания мы просили, Дух Святой, приди своим компасом, твоим метром и измерением, и все расстав в соответствии с твоим совершенным выравниванием. Мы хотим двигаться, жить и дышать в атмосфере, которую ты создал, Господь. Мы хотим знать твое сердце снова. Снова хотим знать Твое прикосновение. Мы недовольны вчерашними благословениями. Мы должны быть людьми Твоего присутствия, Господь. И Господь Твоей властью, и Твоей кровью я призываю к болезни. Уйди во имя Иисуса. А также обращаюсь к бедствиям и страху. И отбрасываю их вниз на землю властью и кровью воскресшего Спасителя. Обращаюсь к разбитым сердцам, чтобы они были исцелены великим исцелителем и спасителем Иисусом Христом. Мы чувствуем Твое присутствие, Дух Святой. Мы хотим проявить свое почтение Тебе. Если вы согласны со мной, тогда скажите, чтобы Господь знал, что вы чтите Его присутствие. Он может изменить любую безвыходную ситуацию. Мы поклоняемся, Господь, Тебе. Мы пришли, чтобы отдать Тебе славу, петь хвалу Тебе, танцевать перед Тобою и радоваться. Мы здесь, чтобы слышать от Тебя, поэтому пусть будет все по-Твоему. И все Божьи люди ответили: аминь, аминь.